На кухне всегда происходит много самых разных неожиданностей. То времени не хватает на готовку завтрака, то руки страдают от горячей посуды или еды, а иногда и вовсе все валится из рук. На этот случай всегда есть несколько полезных советов, которые не только сэкономят кучу свободного времени, но и помогут избавиться от неприятных побочных эффектов готовки на кухне. Кофе – один из самых популярных горячих напитков утром. Для тех, кто любит пить его с молочной пенкой, есть хорошая новость. Это можно сделать тихо и быстро, чтобы никого не потревожить и не разбудить. Понадобится чайник для заварки с прессом. Туда наливаются сливки или молоко, а потом поршнем они несколько минут взбиваются. Кофе получается идеальным. Нужно быстро приготовить обед, а ножи как назло затупились и не хотят резать как следует. Даже если под рукой не окажется специального точильного камня, можно с легкостью найти выход из положения. Поможет керамическая тарелка. Нужно ее перевернуть и поочередно проводить разными сторонами ножа по выступающей круглой основе. Результат не заставит себя ждать. Даже твердые продукты будут разрезаны в мгновение ока. Те, кто любит делать бутерброды с маслом, не понаслышке знают, как сложно бывает аккуратно отрезать тонкие ломтики. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться прибором для чистки овощей. Фиксированная толщина ломтика будет обеспечена без труда. И приятного вам аппетита!